соседнем Кыргызстане за счет решения проблем с энергосектором хотят уменьшить дефицит бюджета. По последним данным, он составляет 418 миллионов долларов. Кроме того, там намерены сократить штат чиновников. Бакыт Чермашев о планах нового премьер-министра. Новый кабинет министров сравнивает с командой реаниматологов, которые должны срочно помочь больному пациенту, экономике страны. Падение объема производства, спад темпов промышленного роста, снижение торговли. Чтобы сберечь оставшиеся деньги, правительство будет экономить на всем, в том числе и на чиновниках. Из 22 министерств и ведомств останутся только 12. Под сокращение попали в том числе и фискальные структуры, занимающиеся проверкой предпринимателей. Чтобы пополнить государственный бюджет, нам нужно прекратить давление на бизнес. Сейчас мы проведем первоочередные реформы среди проверяющих и контролирующих органов. Параллельно с этим мы вместе с руководством инвесторов пришли к единому мнению о том, какая поддержка им нужна со стороны государства. Вместе мы должны сделать все, чтобы продвинуть наш рейтинг Doing Business. Другой источник доходов правительства – энергетика. Несмотря на постоянные жалобы о том, что эта сфера убыточна, компании, занимающиеся транспортировкой и продажей электричества, вовсе не стремятся уйти с рынка. Инженеры постоянно говорят об огромных потерях в электросетях, но в новом правительстве намерены эту информацию проверить. Есть подозрение о том, что, прикрываясь плохим техническим состоянием электрокоммуникаций, компании получают теневую прибыль. Реформаларды башто, башкару системасында. Мына энерготармак боюнча да кыска айтып кетсем, бул жерде дагы бир топ Наша главная задача в краткосрочном периоде – реформирование системы менеджмента. В первую очередь речь об энергетике, чтобы найти средства для пополнения бюджета. В ближайшее время произойдут изменения в 9 крупных электрокомпаниях. Там, где есть производство, где есть наращивание энергопотребления, где есть транспортировка электричества и его продажа, будут работать ревизионные комиссии. Мы рассчитываем получить от оптимизации до 2 миллиардов сомов. Сейчас стоимость киловатт-часа электроэнергии в Кыргызстане 77 тыинов. Это почти 400 тенге. Если абонент расходовал больше 700 киловатт, цена вырастает втрое. Власти постоянно сдерживают рост энерготарифов, объясняя это тем, что цена на электричество – социально значимый фактор. Последний раз тарифная политика менялась 6 лет назад. Повышение тарифов на электроэнергию – головная боль Кыргызстана. В последние годы правительство страны постоянно говорит о том, что цены на электричество никак не покрывают расходы, связанные с его производством и транспортировкой. Вместе с этим, несмотря на огромный потенциал гидроэнергетики, до сих пор в республике не построено ни одной новой электростанции. В связи с многолетним износом оборудования капитализация энергоотрасли с каждым годом падает. Именно поэтому неудивительно, что все надежды энергетиков связаны только с внутренним потребителем. Бакыт Чермашев, Атамекен Бизнес, Кыргызстан.